улучшить звучание ваших наушников? Первое, отрегулировать проигрыватель, как это сделать в вашем устройстве. Второе, подобрать те наушники, которые как можно лучше по качеству. И третье, это доработать состояние амбушюр. Как это сделать, смотрите в видео. Прежде всего, конечно, вам необходимо быть уверенными, что у вас наушники или хорошего качества, ну или самые лучшего качества, которое можете себе позволить. Например, вы можете купить неплохие наушники, но уже БУ. Это, например, наушники Sennheiser, которые куплены там за $8-9 в хорошем состоянии, 229 наушники. Что еще можно сделать для того, чтобы точно улучшить звучание? Поставить на ваше устройство хороший проигрыватель и его, этот проигрыватель, отрегулировать под себя. Ну, что я имею в виду? Вне зависимости, какой проигрыватель вы поставите, но я покажу на примере такого проигрывателя, как AIMP. Ни в коем случае я не рекламирую его, просто общая рекомендация. Вот вы запускаете свой проигрыватель, его нужно откалибровать. В настройках есть, вот, допустим, в AIMP есть, заходите в меню, звуковые эффекты. И есть общие, есть эквалайзер. В эквалайзере все установлено в среднее положение. Для того, чтобы повысить, мне нравится, когда повышаются низкие частоты и высокие. Для этого просто в эквалайзере выставляете высоких больше и низких больше. Среднее я устанавливаю почти в родном положении. Таким образом вы услышите больше высоких и низких, и это покажется вам очень уместным. Это вы точно можете сделать в любом проигрывателе. И это уже улучшит ваше звучание. Что еще можно улучшить и точно улучшить звучание? Так это, если у вас, допустим, такие накладные наушники, можно здесь в накладных, особенно, ну, допустим, в этих наушниках, внутри находится поролон по всей поверхности. Можно часть этого поролона убрать. Каким образом? Ну, вот в данной ситуации эти амбушюры, они снимаются, ну, для того, чтобы их поменять. Да? Просто здесь вот есть несколько фиксаторов. Если их поддеть, то можно снять эту чик. И так по всему кругу снимаете. У меня есть запасная такая амбушюра. Обратите внимание, вот здесь вот можно снять среднюю часть. Это задерживает звук. Поэтому вы ничем не рискуете, убираете среднюю часть. Или если у вас полностью поролон на всем амбушюре, вырежьте здесь центральное отверстие. Он и будет хорошо к уху прилегать, ну и уберет вот такое звукопоглощение. Если здесь я убрал уже, звук улучшился, особенно на низких частотах. Поэтому, если вы сделаете это, и добавит звука, громкости, и улучшит звучание. Смотрите, таких несколько шагов может улучшить качество звучания, этим вы окажетесь довольным, причем вы сделаете все правильно. То есть это не сделает хуже звучание в любом случае. Пользуйтесь, если вам помогло, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Можете очень много интересных вещей на моем канале увидеть.